Привет, народ, с вами Фенаргот. Павшая корона, а в ней есть лавка конфет. И сейчас все говорят только о ней. Правда, называется она конфетным караваном. Но и вот появляются вопросы. Как до нее добраться? Как открыть? Как достать редкие шмотки? Где достать мешочки? И так далее, и так далее. А дропаются ли эксклюзивные арканы? Сразу скажу, что эксклюзивные арканы не падают. Но есть и другие награды, которых не было до этого в лавке конфет несколько лет назад. Я уже выпускал ролик с детальным гайдом. Вы можете с ним ознакомиться по ссылке в описании. Чисто по структуре ничего не изменилось. Изменился только метод получения конфет и некоторые награды. Кстати, принимайте участие, сейчас на канале 2 розыгрыша и начинается супер крупный и крутой на 20 аркан в моем телеграм-канале, не пропустите. А мы сейчас посмотрим с вами на лавку конфет, он же конфетный караван. Большое спасибо подписчику, который за ночь открыл этот конфетный караван. Я же сейчас вот приду в себя и начну стримить и тоже побегу открывать и ролить, вливать бабки. Пожелайте мне удачи. А пока давайте взглянем, что из себя представляет конфетный караван. Вот она, лавка конфет. Не особо изменилась по сравнению с прошлой. Я уже записывал детальный гайд несколько лет назад, но если вам нужен обновленный, пишите в комментариях, постараюсь что-нибудь придумать. На самом деле изменений не так много, но они есть. Во-первых, внешне и изменили сами конфеты и по-другому называются. Во-вторых, у вас по умолчанию также два ряда, и третий нужно открывать, проходя карту. Ну и вот тут раскиданы эти самые конфеты, которые вы можете лутануть. Что еще важно? Важно то, что у вас есть бесплатные замены, максимум 10 в неделю. Вы их получаете за победу в играх. Ну и также вы можете себе конфеты получать путем доната. Они продаются в разделе запасов. Стоит 740 рублей. Я сейчас просто, напомню, нахожусь на аккаунте подписчика. Большое тебе спасибо, что смог помочь. Давайте я вот сразу возьму два набора. Это ему от меня, так сказать, сувенир. Супер, поехали. Как вы можете заметить, у меня теперь есть бесплатные замены. Данные наборы мне не нужны. И что стоит отметить? Изменился дроп. Если раньше тут были арканы, только те, которые продаются, а именно это Пуч, Джаггер и так далее, тут нету эксклюзивных аркан на дровку или еще кого-то. Тут есть курьеры, анонсеры, наборы, сундуки. Но самое важное, сюда добавили старые Immortal сундуки. 2015 года даже есть. А они на торговой площадке, дамы и господа, стоят больших бабок. Чтобы вы понимали, для сравнения, 53 злотых в рублях где-то в районе 1200-1300. То есть вы можете, не выбив арканы, в лавке конфет получить награды, которые стоят примерно столько же. Давайте паролем. Ну вот, видите, курьеры, которые мне нафиг не нужны. Не хочу на это тратить столько конфет. Сет на Лину тоже ни о чем. Но понятно, что когда вы покупаете какой-то из предметов, автоматически, ну, он заменяется на новый, то есть делает, так сказать, замену. Ну вот сет, да, допустим, неплохой на аппарата. Давайте возьмем. Вот он сразу появляется в инвентаре. Можно ли его продать или подарить? Нет, нельзя передать или продать. Таким образом, вы просто себе получаете шмотку очень редкую. Если она вам выпадет. Вот, может выпасть, как вы можете заметить, сундук. Ни о чем. Второй сундук. Тоже ни о чем. Супер древний. Поехали дальше. Ерунда. Фигня, фигня. 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 Еще надо, кстати, заполнить. И этот ряд с конфетами тоже открывается. Это нужно посещать больше лавок конфет и других квестовых. Вот, за 4, кстати, выгодно. Дешевле ничего нет. За 4 можно брать сеты, чтобы заролить следующее, если у вас нет роллов. В общем, да, проходя карту, вы будете открывать себе дополнительные слоты под конфеты. Также конфеты вы можете обменивать. Но я, как уже сказал, это есть в детальном гайде. Ссылочка на него есть в описании. Ерунда. Видите, у меня еще тут наспамило одинаково. Приходится брать
такую шмотку, чтобы вообще можно было на что-то покупать. Но что-то пока какая-то печаль падает одна. Курьеры. О, кстати, смотрите, какой прикольный курьер. 2015 года. Я вот эту сокровищницу вообще не помню, честно говоря. Ого-го. Ну, кстати, можно взять. Я думаю, подписчик будет не против, что у него такой курьер появился. Я его не так часто где-либо встречал. Сет вот на Скаймага, да, можно было бы. Но, видите, не хватает оглотского мяса. Но я могу вот так вот свапнуться. А, мне не хватает места под конфеты. Поэтому, да, иногда лучше лишние слоты держать, если вы обмениваете 2 на 3. Поэтому тут вот у меня проблема. Я и 3 на 4 тоже не могу поменять. Могу 3 на 1, а это невыгодно. А, поэтому я куплю, получается, еще... Собственно, каждый набор дает 10 прокрутов бесплатных, поэтому, когда я дойду до лавки конфет, начнется жесткая лутка, как вы поняли. А, давайте освободим слоты под конфеты. Но вообще, пока ничего годного не насыпало. Я хочу хоть что-то годное найти, дабы вам показать. Но вот это вроде как неплохой сундук. О, Азуримир! Тот самый курьер, которого многие хотят. Давайте, кстати... А, мне теперь этих не хватает. И мне так... У меня много вот этих. Я могу, то есть, вот так сделать. Раз. Два. Вот. Но в целом дроп, конечно, оставляет желать лучшего. Ни один сундук Immortal пока мне не попался. Как вы можете заметить, этот сундук у нас только что был. Ну и давайте последний, так сказать, рывок. Так, поехали. Ерунда. 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 Тут вообще тот же самый сет остался. О, павшая корона. Смотрите, монеты магазина, оказывается, тоже дропаются. Вот это я, кстати, не знал. Стоят они недешево, но это, считайте, 740 рублей. Так. И тут мне надо менять. Ну вот у меня дофига этих рыбок. Поехали, раз. Поехали вот так. Так. Вот так. И получается... Блин, тут, слушайте, без трех рядов тут особо и не справишься. То есть вот эти я еще могу, да, обменять на желтые. Вот так. У меня появились слоты. Теперь у меня есть еще лишние. Крендельков тоже у меня мало, на самом деле. Мясо оглоди мне не нужно. Мне, получается, нужны синенькие. Давайте попробуем заполнить. Ну... О, кстати, теперь я могу сделать вот так. И мне нужно, получается, одну синенькую. Мясо оглоди тоже подходит. Обменять. И я получил, как вы можете заметить, скидку, потому что у меня теперь 13 монет, и я могу ее активировать. Вот так вот. Интересно, неплохо, неплохо. Вот этот, кстати, крутой курьер. Помню, когда он выходил в игре. Ну, вот это, получается, единственный такой вкусный дроп, который мне вот за быстрые прокруты попался. Но, как я и сказал, я буду на своем канале открывать и смотреть, что там в целом.
Напомню вам, что вы можете принять участие в двух розыгрышах на моем YouTube-канале, и будет еще один крупный в телеге. Подписывайтесь, ставьте лайки, следите за тем, что будет выходить, потому что я буду искать обузы, буду делиться важными деталями, потому что многие еще и половины карты даже не открыли. Какую половину? Даже четверть, даже десятую часть. А там скрыты мини-игры, скрыты различные награды. И обо всем этом я буду вам рассказывать, поэтому не пропустите. С вами был Фенаргот, и до скорых встреч.